Каелги, если мы шумки, мы продолжаем Reddit.ru под названием Вольфенштейна. И мы отправляемся хер знает куда, в какой-то замок. Ну, я думаю, отправляемся. Появились новые враги. Какие-то чудики с красный скелет, довольно агрессивные. Вау. Так, давайте я сразу посмотрю, сколько... тут данных 16 золота, 6 данных, 2 фолианта, которые мы как раз фолианты мы эти вообще не находим нигде. Отлично, пошли! Пошли. Обеспечьте огневую поддержку! Я нашел золотишко. Подожди, может тут посылка есть? Нет. А если на ту сторону можно перепрыгнуть, интересно? Можно, но зачем, да? Меня зажали! Молодец! Ой-ой, тихо. Ауч. Да, снайперская винтовка здесь как раз поможет мне. Ладно. Заново давайте сюда. Как я понимаю, я еще ее не подобрал. Да, не подобрал. Вот это золото спрятано хорошо, типа. Я заряжаю оружие. Обеспечьте огневую поддержку. Хороший выстрел. Я знаю. Не дайте им загнать вас в угол. Найдите королевец! Снайпер! Да их там много. Молодец! Зажали! Там еще есть. Все, попал. Ладно, все, они там не лезут. Можно контролку? Помогите, я в ловушке. С кем они разговаривают? Мы просто идем. Будет прикольно, если тут будет отсылка на этот. Да все, ребята, они сдохли все. От электричества. Просто мертвая зона. Я ранен! Меня зажали! Хороший выстрел! Вперед! Только вперед! Хороший выстрел! Ложись! Все вперед! Давайте вы вперед, я сюда наверх. Вперед! Найдите Каролину! Короче, это как обычно. Откуда? В укрытие! Обеспечьте огневую поддержку! Ладно. Я не знаю, откуда он плял. Меня зажали! А, не дайте обойти вас с фланга! Пойдемте. Вперед! Найдите Каролину! Ложись! Ну я... Молодец! Отлично, ну я вижу зато этих летчиков новых. И да, это летчики. Вперед, вперед! За Каролину! За Каролину. Вперед! Только вперед! Давайте так, чтобы я не упал. Только один поджарился. Бей их! С корочкой. Остальным все нормально. Да,
Так, зачем здесь боча это? Типа, союз. Найдите Каролину! Всем вперед! Всем в атаку! Все вперед! Так им и надо! Всем лежать! Мне Рик не нравится этот. Вперед, вперед! Какой-то он жутковатый, не думайте. Почему ты в дверь смотришь, блин? А, ты в золото смотрел? Ну, спасибо, приятель. Я знал, что ты не бесполезен. Да, зря я говорил, что где эти скелеты? Да, вот они. Так, это плохо. Я их. Это плохо. Ну идемте со мной, я один не хочу туда идти. Хотя. Ну все, получается один сейчас пойду. Данные, наверное, третий уже где-то. Не, вторые. Мы давайте тогда вернемся обратненько. Посмотрим, где мы данные еще пустить, скажите. Где могли бы валяться данные? По коробкам наверх? И куда дальше? Бей их! Только где-то лежащие сверху и где-то спрятанные. Под мостом нигде ничего нету, так ведь? Ну блин, на самый назад я не побегу, я до сюда вот добегу, посмотрю, есть ли тут что на коробках нету. Ну и ладно, посрать, все равно ничего. Ну звуки эти, бля, такое. Это ж я в тот, да, замок иду? Ну, сколько у нас было всего боссов? А, два босса получается. Это... Первый более тяжелый был. Потом второй это халтура с боссом. А я не помню на самом деле, как первый босс выглядит. Как первый босс выглядел. А, первый босс был здоровяком, который все молотил. А второй босс это вот этот вот пижон, который просто на куски сломался, считай. И подох. Ладно, плевать на данные. Данные почти ничего не дают. Вот это место может что-то мне дать. Оно слишком большое. Так, здесь я могу бесконечную остановку времени делать. Место пустоватое. Вот не может быть такое, чтобы это место было пустое. Вот чтобы не было, но я не верю. Взять его! Неживучие гады. Но зато враги появились, да? Ну да.
Вот эти, блин, рыки жутковатые. Я только здесь вижу смысл подбирать это данные, и все. То есть, те же каляфы. Не хотя каляфы для улучшения руны. Наверное, последний, чтобы у меня было больше заряда. Чувствую, здесь будет битва с боссом каким-то. Говорит, вперед, и сам же не помогает мне. О, не. Прикиньте, прибежал помочь. Ну хотя бы мне до хера дают патронов для оружки. Вперед! Найдите Каролину! Как вы сюда вообще пробрались? Подождите, у вас же нету способности. Снайпер. Да, вот тупой интеллект, у тебя есть защита, которая блокирует любые пули. Что это вот было? Враги стали сложнее. Так, в основном два попадания, и они трупы. Убит. Бля. Откуда вы взялись? Какая контрольная точка? Что это вообще за место? Где я? Я понял, что это замок. То, что рычит в замке, это как будто, знаете, на Кастельвании похоже. Я даже не удивлюсь, если будет босс какой-то здоровый вампир. Того. Стоп. Данный я понял, что я уже дохера потеряю по пути. Вот от кого они прячутся? Мы с той стороны атаковали их всех. Но по сути... по сути, только сюда идти. Вперед, вперед! За Каролину! Ну, я думаю, они сами... Думаю, они сами разберутся без моей помощи. Ё-моё. Так, давай я сначала перезаряжусь. Ой, это, знаете, из тех локаций, когда ты... В голове даже не укладывается, а что делать? А, это походу как раз новая пушка, с которой меня пуляли. Именно пушка, пушка, пушка. А не, как вы поняли, что пушка, пушка. Но вы поняли, за какую я пушку имею в виду? Которая была в пушке. Ну, на пушке, пушка. Пошли, пошли, отступаем! И... Парень, можешь меня сюда выпустить? Эй! Так, у меня есть вариант. Эй!
Мне интересно, я вообще попадаю? Ладно, плевать. Что по заданиям? Воспользуйтесь антидействием лишь, чтобы поднять ракету. Ни хрена это махина! Он только что просто босса убила. Ну, если это можно считать боссом. Давайте я тогда схожу сейчас за остальными. Вперед! Надо спасти Каролину! Подожди, я сначала, если на то уже пошло, если эта пушка настолько мощная, чтобы у меня были боеприпасы всегда к ней. Я буду их чисто использовать на боссе. Потому что на других врагов, на обычных, допустим, я не вижу смысла использовать. На магах, ну, у меня есть остановка времени. Всем рассыпаться! Всем рассыпаться? Ну, мы уже проверили, что эти уже рассыпались. Ну, пушка охрененная. Именно ее дэмэдж. Именно уничтожительная сила, разрушительная сила вот это. Так, патрон для коряка. Скорее! Каролина где-то здесь! Кто такая Каролина? Так, Бенц. Мы должны найти Каролину! Тупик. Ну, зато мы знаем, что использовать против здоровяков. Это его не сюда. Деньги! Деньги. Данные мы почти вообще не нашли. Вершина замка теперь у нас. Локейт. И со мной никого, да? Ну ладно, да, похера. Я даже не заметил, что там пропасть, алло. Расскажите, пушка классная спрацевала теперь. Блин, я даже вторую хочу. Я уже хочу другие части сыграть. Ну блин, у меня по спискам другие игры. Ладно, возвращаемся сюда. О, кувалда. Хотя, давай возьму. Пускай будет. На всякий случай. Ну вот этот рейк, он опасный. Мы будем держать оборону, Биджей. Спаси Каролину. Окей, пацаны. Я только что слышал голос Каролины. Она совсем рядом. Ладно, плевать. Ты убей меня, ты горилла чертова. Прекрати легаться. Прекрати легаться. Проходи. Не кусайся! Ладно, тут ничего нет. Ну, блин. Убери свои лапы. Ах, ты ж ё-моё, способности не могу использовать, да? Охрана! Охрана! Янки у меня за спиной! Убейте его! У вас янки за спиной. А у меня ваше оборудование сраное за спиной было. Найдите этих животненьких.
Но они опасны, поэтому их лучше вообще не трогать. Это я. Так, лучше сразу уничтожить эту херню. Будет прикольно, если потом враги будут с такой штуковиной за спиной ходить. Ну, блин, знаете, эта штуковина чем-то напоминает из Dishonored'а. В Dishonored'е тоже были эти херовины, которые блокировали использование способностей ГГшника. Так, ладно, туда можно попасть. Так, зона очень большая. Елки-палки. Так, тебе это обратно? Подожди, где херня, которая тебе дает щит? Я знал, что... Давай, влазь. А, вот эта тварь. Так, подожди. О, плевать. А, не плевать. А не ошибся, не плевать. Безопасная территория без этой херни. Так, я вижу эту херню. Так, отсюда я должен достать. Достаю. Я не знаю, нужно мне идти сюда или нет, я пока что сюда не пойду. Пока что по заданию мне говорят сюда идти. Так, все. По звукам еще где-то есть, или это стена? Слишком много звуков. Здесь американец! Если это нужный мне проход, да, это походу нужен мне проход, тогда бежим быстренько кабанчиком туда. Ну да, это походу секретный проход был. Посмотрим, что здесь. Ну здесь что нас уже встречает, это эти животные. Тогда это нормальное место для такого склада. С
супер предметов, да, еще плюс орнамент. Это так, да, называется. Ну смотрите, при остановка времени это самое почти. Вот две активные, два. Короче, две активные способности. Зрение, чтобы видеть врагов. И остановка времени. Остановка времени, чтобы просто во врага всадить до хера пуль. И все. Улучшенный урон от пуль мы почти не используем. Но может быть, если боссы какие-то будут сильные. Тогда да, там может быть я и буду использовать атак. Деньги. И мне кажется, это уже все равно конец скоро игры будет. Я веду пленницу на крышу. Не пропускайте диверсанта. Он приближается! Стреляйте в него! Отпусти меня! Ты горилла чертова! На помощь, Джей! На помощь! Внимание! Снайпер! Да, прицел очень сильно помогает. Вы даже не представляете, насколько. Серьезно? Я продвигаюсь так хорошо по записям. Только один где-то одну запись где-то просрал. Внимание! Отряд, отступление! Данные, сразу две пачки данных вижу. А что в спину не стрелял? Держать позиции! Ой, зараза. Гранатомет. Ну, это как раз вот эти враги новые. Которые... Ой, в смысле, я не убил. Я летающего где-то слышу. Мне кажется, плохо. Крыша. Устройство установлено на крыше и готово к запуску на полную мощность. Вначале возникали предположения, что утечка энергии сможет разорвать тень. Но мои тесты показывают, что нагрузка не превысит безопасной границы. Скоро вся мощь Черного Солнца будет в вашем распоряжении. Готово. Майнгер. Устройство установлено на крыше. Нахрена второй раз читал. Ну видите, так показывают хотя бы трупы. Вообще различие между живыми и мертвыми. Это не глупо. Так, КП. Я видел. Не останавливаться! Вы увидите, типа, если по ним не стрелять, все урона они сами нанесут тебе довольно много. Хотя ладно. Нормально. Так, и у нас еще один подъем был наверху с другой стороны. Я как-то здесь этих. Очень большая такая территория. Я невидимых не вижу. Какие-то пули. Батарея. Ладно, плевать.
Я не знаю, что сейчас будет. Это только что сейчас был мужик, который невидимый, да? Ты расстрелял, ты никого не видишь. Что, бля? Монахи не работают, слушайте, в паре. Прикольно то, что остановку времени убивает этих жуликов. На границах энергетического луча мы обнаружили странные всплески энергии. Думаю, это не создаст никаких проблем, но по нашей теории всплески могут быть вызваны большим количеством призраков, привлеченных энергетическим лучом. Если мы верно интерпретируем данные, количество призраков просто огромно. Ну, слушайте, мне хорошо то, что я призраков этих не задеваю, и они меня не трогают. Что это за шарик? А, это глобус. Так, данных нету, осталось только деньги искать. Единственное, что здесь может валяться теперь на карте. Контрольная точка. Взять его! Я скинул гранату вражескую. Но я откинул ее, но я взорвался. Так, нужно серию заканчивать. Здесь американец! Я экономлю пули, я стреляю по одной пульке. Пытаюсь стрелять по одной пульке. Так, ну мы здесь будем.
комнате-то место огромное. Да, не зря, я думаю, там мне снова все дают. Погнали наверх. Это мы сейчас на крышу, да, уже подняли, считай. Еще один босс какой-то. Тоттенкопф. Агент Блажкович. Когда мне сообщили, что вы в городе, я даже удивился, как мне везет. Наконец-то я смогу отомстить. Не забывай, пушка у меня. Выключай эту штуку. Не пытайтесь мной командовать. Оружие на пол, агент Блажкович. А это что, мужик из бара? Нет, Биджей, нет! Именно поэтому Третий Рейх победит, Блажкович. Не забываем, что мне еще до хера оружие. Мы ставим на карту все ради победы. Многим казалось, что это устройство уничтожит преграды между нашим миром и Черным Солнцем. Мы продолжали работу, и теперь в наших руках неисчерпаемый источник энергии. С его помощью победоносная армия Рейха покорит весь мир. А, он мне опротивил до невозможности, Ганс. Стреляй! Беги! Ай! Нет! Ох ты ж, ё-моё! Ох ты ж, ё-моё! Это что ещё за дерьмо? Это огромная херня. Да ладно. Поворачиваться. Спасибо. А что мне делать? А, вижу. Хера, у нее 4 жизни. Медленно поворачивает. Она пипец как медленно поворачивает. Просто мотаем мышкой, ребят. А, перегрев. И бежим к последней.
А, вон. Ок, у нас уничтожено, все, да? Так, сейчас. Не хочу знать, не хочу знать. Я не знаю, что будет, но я не хочу это знать. Так. Это мы летим к Черному Солнцу, да? Что-то какие-то непонятки. Я не знаю, насколько она жесткая. Могу я ее пожалеть? Ну все. Зато мы справились. С этой херней. Иди отсюда. Пошла вон. Не обманать. Она еще в наш мир попала. На, здесь нету документов никаких. Зато мы завершили уровень. Так, ну смотрите, это уже третий босс, но это чисто... Зажми с пулемета и все. Я принял участие в нападении на замок с целью освобождения Каролины Беккер, предводительницы кружка Крисау. К сожалению, она погибла. Ее пристрелил Вильгельм Штраус по прозвищу Тоттенкопф, присланный на смену Цетти. Я уже имел дело с ним, когда ликвидировал его программу создания суперсолдат. С приходом Тоттенкопфа эксперименты с Черным Солнцем могут зайти слишком далеко. Я должен остановить его, пока он не создал действительно сверхмощное оружие. Да. Ну, реактивный кристалл. Деловой центр. Тогда уже конец. Скоро. Ладно, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.